включить ум и чувства предложил северодвинцам мастер документального кино. Во Дворце молодежи режиссер Сергей Логинов презентовал свои короткометражки. Автор поставил задачу показать исторические события такими, какими они были на самом деле. Петербургский гость – противник обманывающих зрителя прикрас. Он считает главный враг современного искусства – отсутствие средств. Эта встреча – глоток свободы и для автора картины, и для северодвинцев. По мнению киноманов, посмотреть и подумать одновременно в наше время удается нечасто. Поделиться своим видением мира через короткометражки в город Корабелов сегодня приехал режиссер Сергей Логинов. Автор более сотни работ, выпускник высших курсов сценаристов и режиссеров Госкино СССР. Рассказал, в кризис документальное кино ввела ельцинская эпоха. Искусство дорогое, ну документальное кино ведь не такое дорогое, как игровое, но тем не менее дорогое. Картина, которая, например, там получила много призов моя, она стоила в пересчете на сегодняшний день 18 тысяч долларов. Вот сегодня 18 тысяч долларов. Все, этих денег нет. Приезд именитого сценариста стал возможен благодаря проекту «Кино, которого вы не знали». Организаторы обещают, подобные встречи с мастерами кинопроизводства станут постоянными. Вызрела эта идея сразу в нескольких головах. И получилось так, что позвонил мне мой друг Сергей Логинов, известный кинорежиссер, телевизионный, ну, кинорежиссер, человек, который мне был знаком по Институту повышения квалификации Гостелерадио. Тут он мне позвонил: слушай, старик, а как вот встретиться с аудиторией? Мы как вот Дворец молодежи считаем для себя, ну что за такую задачу, миссию свою определенную, чтобы именно молодым ребятам показать вот эти судьбы, которые в этих фильмах, те процессы, которые, значит, происходили в стране 20 лет назад, 10 лет назад, потому что, ну, даже мы-то уже не помним. Главной целью творчества Сергей Логинов ставит попытку пробудить зрителя. Ведь многие ошибочно считают, что современные низкосортные передачи и фильмы – венец искусства. Режиссер отметил, в Северодвинске особенная публика, которая умеет и хочет чувствовать и мыслить. Елена Киева, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.